Традиционному джиу-джитсу в эти выходные учились в Алматы. Семинар прошел под руководством представителя старейшего самурайского клана Катаба Мирю, обладателя 8-го дана Руслана Абдреева и сенсея Ильи Мирзо. В рамках семинара прошли мастер-классы для инструкторов и судей по методике подготовки элитных спортсменов бойцовского клуба. У нас цель выбрать несколько инструкторов, которые будут представлять нашу федерацию и развивать данное направление в городе Алматы.